Мы заехали в город, называется Дунау-Эшинен. Они здесь, как и некоторые другие, считаются, что Дунай начинается от них. Мы подойдем к тому месту. Источник Дуная, написано на нескольких языках об этом. У него здесь карта Дуная, через какие страны, как он протекает. А внизу говорят, что это и есть начало Дуная. Это высота, на которой мы сейчас находимся. Вот это начало Дуная. А вот здесь написано, сколько Дунай протяженностью 2840 километров до моря осталось. Пузырьки поднимаются воздуха, вон они, из подземных источников, наверное, первые дунайские капли. Вот они поднялись, а потом они бегут и вот туда убегают. Первый дунайский ручеек. В реку Бригах впадает Дунай. Вот это река Бригах. А это Дунайская беседка. Беседочка.